Привет, ребята! В этом видеоуроке мы сделаем с вами вот такую вот кошечку в цветах. Я уже вырезала все детали. У нас есть все, что оранжевое. Это у нас относится к кошечке. Тут у нас туловище, две лапы, хвост, голова, два глаза и носик. И также у нас есть с вами четыре вот таких вот тюльпана и разные листочки и стебли. Давайте будем пробовать собирать. Откладываем листочки. Разложите их так, чтобы видеть и понимать, какой нам нужно взять сейчас. И несколько стеблей от цветов тоже у нас есть. Итак, давайте начнем. Возьмем вот такой вот лепесток от цветка и приклеим его вот сюда. Смажем его клеем. И вот таким вот образом, где-то вот здесь вот, у нас будет такой листик. Возьмем стебель, который такой вот изогнутый. Тоже смажем его клеем полностью. И приклеим вот сюда. Вот так. И возьмем один любой цветочек. Также смажем вот здесь вот краешек. И приклеим его к вот этому стеблю. Теперь давайте возьмем два вот таких вот листочка. И приклеим их вот сюда. Также промазываем клеем и приклеиваем один и второй листик. Вот так. Берем стебель. У нас их три. Возьмем тот, что средний. Также промазываем клеем. И осторожно вот так вот приклеиваем. Берем любой цветок, смазываем клеем и приклеиваем вот сюда. Возьмем теперь вот такой вот изогнутый и самый большой лист, смажем его клеем и приклеим где-то вот сюда. Теперь давайте будем собирать нашу кошечку, а это пока оставим. Приклеим давайте глазки. Смазываем клеем. И вот под бровки приклеиваем глазки. И то же самое нам нужно сделать с носиком. Смазываем носик. И приклеиваем. Вот так вот мордочка кошечки у нас готова. Теперь нам необходимо приклеить хвост. Смазываем кончик хвостика и приклеиваем его к туловищу. Давайте теперь примерим, где у нас будет расположена кошка. Вот здесь вот лапкой она будет придерживать вот эти вот цветы. Вот так вот у нее будет туловище, и вот здесь у нее за ушком будет вторая лапка. Теперь нам нужно это приклеить. Давайте сначала приклеим лапку к туловищу, промазываем клеем и вот так вот лапку приклеили к туловищу. И вот здесь вот лапку давайте приклеим к мордочке. И теперь мы берем вот тут вот на туловище промазываем клеем, чтобы приклеить вот сюда вот мордочку кошечки. Вот таким вот образом. И теперь нам нужно взять всю кошку, промазать клеем, чтобы приклеить ее на наш фон.
Смотрим, чтобы лапкой она держала вот эти цветочки. И вот так вот приклеиваем. И теперь берем три вот этих наших лепесточка и немножко спрячем нашу кошку за эти листики. Вот так вот. Также мы приклеим стебель, давайте. И будут у нас расти цветочки. И вот так вот нам нужно приклеить. Давайте начнем с дальнего вот этого листочка. Смазываем его клеем. И вот таким вот образом приклеиваем. Далее берем самый длинный стебель, который у нас остался. И вот с краю до верха вот таким образом приклеиваем. Берем цветочек, тот, что тоже покрупнее. И приклеиваем. Осталось у нас два вот таких вот листика. Возьмем тот, что поровнее, без изгибов. Приклеим вот так вот его. Возьмем короткий стебель, промажем клеем. Сверху на стебель мы приклеим цветок. Вот так. И последний листочек промажем клеем. И вот таким вот образом приклеим последний листик. И наша поделка кошечка в цветах готова.